Чебоксары смогут получить помощь нового банка развития БРИКС для поддержки систем водоснабжения и водоотведения. Столица республики вошла в список городов, которые предварительно отобрали организаторы проекта. Планируемая сумма инвестиций весьма солидна – около 2 миллиардов рублей. Ресурсоснабжающие предприятия города уже подготовили 43 проекта. Среди них строительство очистных сооружений, ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, мероприятия по улучшению качества питьевой воды на очистной водопроводной станции «Заовражная». Сейчас эти проекты проходят государственную экспертизу. Глава столичной администрации поручил ускорить этот процесс. В дальнейшем все планы работ коммунальных технологий и водоканала согласовываем по сметной стоимости с центром ценообразования. И выполненные ими работы также пропускаем через центр ценообразования. Необходимые договора нужно заключить в ближайшее время. Участвовать в программе важно и городу, и республике. Конечный итог всех проектов – уменьшение сброса загрязняющих веществ, улучшение экологической ситуации и чистая питьевая вода в кранах потребителей.